Жители 39-го дома по улице Иржанова получили квитанции по оплате за холодную воду с заниженными показаниями потребления. Потребители предполагают, что это махинация водной компании перед повышением тарифов. В ситуации разбиралась Любовь Мартинкевич. В этом месяце квитанции за холодную воду пришли с заниженными показаниями расхода, утверждает Валентина Григорьевна Калашникова, проживающая в 39-м доме по улице Яржанова. По специальности пенсионерка-экономист, всю жизнь проработала с цифрами, поэтому сканируют квитанции автоматически. За холодную воду я сразу обратила внимание, почему такая маленькая сумма, 211 рублей 60 копеек. Когда я плачу 400 с чем-то, 500 с чем-то, иногда 600, в зависимости от сколько я кубов потрачу. Своими волнениями пенсионерка поделилась с соседкой. У нее оказалась такая же ситуация. У меня то же самое. У меня на 3 куба пришло меньше, чем по счетчику. Показания у нас снимают в середине месяца. Вскоре дамы выяснили, что показания в квитанциях во всем доме за этот месяц пришли заниженные, а контролеры компании «Карагандысу» не приходили, как и не было звонков по телефону с просьбой сообщить показания счетчика холодной воды. Я ему ничего не сообщала. Во-первых, в этом месяце я ее не видела, она ко мне не приходила. Но когда она не приходит, она всегда вечером мне звонит и передаю ей показания счетчика по телефону. Но этот раз не было ни снятия счетчика, показаний, ни звонков, ни показаний. Пенсионерки связывают такое занижение употребления с повышением тарифов. Напомню, что с 1 июля услуги холодной воды и канализации стали дороже. Теперь холодная вода стоит 110 тенге 5 тиин за кубометр, вместо ранних 57 тенге 92 тиин. Услуги канализации подорожали на 70%. Я думаю, что мало им того, что не повышает тариф, а потом они нам предъявят вот эти три куба, которые я не доплачу в этом месяце, предъявят мне на следующий месяц по новой цене и получат прибыль. Вы понимаете? Но нельзя же с людей так наживаться. Представители компании-монополиста обещали отправить в дом по улице Яржанова контролера, чтобы перепроверить данные по счетчикам. И добавили, что в связи с повышением тарифа сотрудники сталкиваются с жульничеством со стороны потребителей, которые приписывают больше израсходованной воды, чем на самом деле, перед тем, как новые тарифы стали действовать. К вам зашли, а на участке не могут на нас. Давно уже разобрались. Они же по телефону передают. У них фактически показания больше. Это правда или нет? И почему они передавали каждый месяц другие цифры, если это так? Любовь Мартинкевич, Виталий Силин, Равиль Валеев, 5-й канал.